специально остановилась показать вам, как Кременчуг расстраивается, какие красивые дома. Вот юные эти, которые на самокатах, на велосипедах прыгают. Видите, это очень хорошо. Поставили тут им такие горочки. И не нюхают, и не бухают, и не... А молодцы, вот здесь вот. Так и должно быть. Какой руль длинный у этого парня, он смотрит. Ну, тоже опасно, конечно. Прыгунцы такие. Руль крутится. Раньше на велосипедах прыгали, теперь на таких самокатиках. Не знаю, как они называются, но молодежь-то, конечно, знает. А я... Но смотрите, сколько много ребят. Это возле дом торговли, вот площадка. Раньше это было, как называлось, площадь незалежности. Так, стекло грязное, не могу указать. Вот. Вот, пожалуйста, это очень-очень радует. Ну, красивые дома, смотрите, один, второй, третий. Прямо в... Это бульвар Пушкина у нас. Вот здесь у нас есть ресторан «Метрополь», летняя площадка и парк Пушкина и свадебный салон, смотрите, селебрити. Интересно, ни разу не видела. Ой, я сумку оставила сейчас, а пока мисс еще рановато. Сейчас должна Тома подойти, Наташа. Девчонки, давайте сходим пока в этот магазин. Смотрите, как вот фонтанчики такие там маленькие на Пушкина, в парке Пушкина. Тут какой-то... Давайте зайдем, посмотрим. Я так люблю свадебное платье. Здравствуйте. Конечно, если нас тут не поругают, сейчас мы посмотрим. Здравствуйте. А можно посмотреть ваш магазин, пока я просто жду? Да, спасибо большое. Здесь вот свадебные и вечерние все. Я сейчас, наверное, не знала, что такой магазин есть. Посмотрите, для манюсеньких. Если вам надо купить, вот, пожалуйста, разные украшения. Это здесь все новое, да, девушка? Да. Новое. Ну, наверное, же, если новое на прокат. Вот моя болезнь. Посмотрите, какие платья, ребят. Этому магазину нужно посвящать отдельное видео. Посмотри, какая юбка красивая. А вот какая юбка. Посмотрите, сколько здесь всего. Какие красивые платья. Вот рыбка. Как мода меняется совершенно. А вот, смотрите, с красной такой лентой. Красиво. И вот какая рыбка. Ну, такие же ходюсенькие все невесты. Вот красивые, тоже ничего. Я вам скажу, такие, знаете, как, извините за выражение, бакланских нет. Очень красивое платье. Вот такой фатин, чистый фатин. Какая? Какой лиф. Ну, это вот, смотрите, вечерние такие. Вот, например, дочка замуж выходит, купил такое платье и пошел. Вот красиво. И вот красивое, смотрите, какое. Ой, так там же еще за поворотом. Я, честно говоря, даже и не знаю, какое бы я выбрала. Вот видите, такие мешки есть специально для этих платьев. А вот насколько красивый низ, посмотрите. И вот красиво, вроде ничего лишнего нету. Красиво. И самое главное, что... Не, ну, наверное, если хочешь, то можно одеть вот этот большой подъюбник, я так думаю. А вот розовый, коралловый даже такой. Фотографий много, невесты, наверное, покупали платье в этом салоне. Украшения. Фата. Фаты, вернее, сказать бы. Подиум, вот вы меряете, можете, видите, тут садится жених, родственники, выбираете, а невеста ходит туда-сюда. Ну, это правильно. Боже мой, тут, наверное, 1000 платьев. Вот всевозможные диадемы. Смотрите, какой на голову красивый, манюсенькое, большое, какое хочешь. Ой, какая красота, посмотрите.
Заскучала. Фата тоже есть, смотри, чисто белая. Такая вот немножечко очень красивая. Но мне вот это нравится, что подиум. Раз, два. Померила, вышел, посмотрел. Уже нихуя нельзя, говорят, смотреть, но костюмы очень красиво. То есть, если кому надо, я даже не знала за этот салон. Есть такой салон. Приходите на Пушкина бульваре. Ну, я вам показала. Здесь вот тоже такое цветное и все. А это вот вечернее. Если вам надо куда-то на банкет, на Новый год. Но я думаю, тут выбрать можно. Посмотрите, какая коллекция. Оно сейчас вот это платье. Ну и смотрите, не на лилипутиков. Нормальный размер. То есть я на себя могу что-то здесь подобрать. Ой, смотрите, как красиво. Так, все. А то мы забыли уже, куда мы пришли. Я думаю, там уже девчонки собрались. Спасибо вам большое. То же самое, смотрите, туфли вы можете подобрать здесь. Это очень хорошо. А скажите, средняя цена вот такого платья? Ну, средняя, мне не надо точно, просто средняя. Какого, свадебного? Свадебного. Свадебного, да. Где-то 8-10. 8, да? А туда можно такие пружины еще одевать или нет? Можно, да? Есть платья, которые, ну, позволяют, есть Ага. платья, которые нет. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Очень. А это импортное производство? Нет, Не это плат... все наше. Все наше, да, боже. Вечернее только есть. Какие молодцы. То есть вот это все наше. Удачи вам в продаже. До свидания. До свидания. Ну, как красиво здесь тоже. То есть все в одном магазине. Это же здорово. Здорово. Вот говорит, hello, welcome. Здравствуйте, добро пожаловать. Закрываем. Так, ладно. Вы поняли, где, да? Вот табакомагазин. О, я хотела зайти еще в магазин табака, но я снимать не буду этого. А зайду. Меня тут интересует одна вещь. Это не магазин, это кафе. Так что я зашла, говорю, это не магазин. Я хотела посмотреть, почем там табак. Табак, сигареты. Смотрите, наши депутаты так везде. Я вам скажу, что это депутат, это просто караул мазур этот. Везде. Я только мужа зашла в магазин, 15 минут была в магазине, у меня голова заболела. Все за него рассказывают, рассказывают. Весь Кременчуг полностью против, все билборды, все занято только им. Представляете, сколько он будет денег возвращать. Поэтому думайте, когда голосуете, не голосуйте за такие вот ситуации. Так, ну что, ждем. Красивый магазин. Вообще об этом магазине можно другое совершенно видео снимать. Как я люблю такие свадебные магазины, свадебные салоны. Обожаю просто.